ну что, покажем, как бинтовать локоть для тех, кто ползает на локте. Что мы делаем? Берем бинтик. И чуть-чуть у нас кончик торчит. Потом мы его заворачиваем. Вторым туром бинта прикрываем. Все это время я не перенатягиваю бинт, чтобы не передавить руку. Прикрываю, получается, вот этот часть, фиксирую. И закрываю локоть. Закрыла локоть, ушла вокруг плечевой кости. Так, и вернулась опять на локоть. Закрыла локоть. Видите, бинт не совсем расслаблен, что он торчит, да? А чуть-чуть натянут, не перерастянут, иначе вы пережмете руку. Да? Тем более, что рука будет сгибаться в локтевом суставе, тем самым еще больше натягивая бинт. И повторяем. Вот она, восьмиобразная наша повязочка. Так? Тут не очень удачно закончился у нас бинт прямо на локте, поэтому мы уведем этот краешек сюда и зафиксируем вот тут. А ты не сказала, для Димы сойдет? Почему? Нет, потому что я, если бы у нас была вот эта вот штучка, которая крепится, такая тынц, можно было бы ее подкрепить, да, потому что получилось, что окончили выше, чем локоть. Если бы попали этой железной штучкой на локоть, либо ниже локтя, потому что вы будете становиться на предплечье, то тогда не надо фиксировать, лучше тогда завернуть куда-нибудь или вверх, или вниз, в зависимости от того, где у вас закончилась бинт. Начинаем упражнение. Да. Лоли, ты свободен.